Всем привет! Мы находимся на улице Советской. Сейчас она называется Елемесова. Вот вы видите торговый дом Алекс. Левее рынок. Вот так вот типография, редакция газеты «Луч». И сейчас мы проедем по улице Елемесова до сторону вокзала. Да, вот перед нами салон «Что?». Что такое? Сейчас дверь закрою. Да, мы заезжали, искали себе шторы. Кухню-гостиную выбрали. Цвет, но не знаем. Ну и мне кажется, должно подойти. И сейчас поедем. Почему мы решили по этой улице поехать? Потому что мы смотрим, здесь дорога асфальтирована. Вот магазин, а это магазин «Принт». Канцелярские товары здесь продаются. О, машина подойдет. Так, и вот левее, напротив, сейчас я покажу. Вот здесь вот напротив это санпедстанция. Здание. И дальше идет прокуратура. И поехали. В общем. Дорога хорошая, а мы по Советской, по-моему, даже и не ездили раньше. Что вот. Тут улица была ужасная. Да, теперь вот решили, раз хорошие дороги, можно и проехать. Сегодня у нас 8 мая, погода отличная. В машине даже жарко, солнышко греет, листочки уже распускаются, деревья зеленеют. Завтра 9 мая. Празднование Победы 9 мая перенесли на 22 год. В общем, в этом году 9 мая тоже не будет по дороге. Так, ну, мне кажется, тут дальше... Нет, ну там нет, почему? Дорога есть. Давай. Это вот сейчас улица Дзержинского. Справа нету Сакена Сейфуллина. Ну, вот проедем дальше. Все, вот только до Дзержинского сделали. Здесь нет. Почему-то думали, что до конца. Это что, магазин овощи, да? Вот какой-то дом рядом. Закончилась хорошая дорога. Ужас. Почему-то подумали, что до конца сделали, а оказывается нет. Всего лишь только в центре. Очень жаль. Да, но тут, как всегда, тянули водопровод. Угу. Наковыряли всю улицу, перековыряли. Поэтому вот в таком она вот состоянии. В ужасном, конечно, состоянии. Да, ну, видишь, вот колодцы стоят. Как нарыли, накопали, так разровняли, обыкновили.
наверное, мы дальше не поедем, да, только до рабочей. Если и доедем. Все. Ну, смотрите, просто невозможно ездить по таким дорогам. Мы, конечно, бы все улицы вам показали, но бить машину просто так нет. Не хочется нам. Ну, зато изменили название улицы. От того, что изменили название, она лучше не стала. Была Советская. Да. Стала Елемесова. Дальше мы не едем. Так, свернули мы на Севастопольскую. Это улица Севастопольская. Тоже такая же. Тоже вон эти кучи мусора. Ну, болото здесь. Сделали дорогу, да, чтобы свернуть, и все. Так, вот сейчас мы выезжаем на улицу Ленина Аблайхана, едем дальше прямо. Вот магазин китайский с правой стороны, нету, китайский магазин Пекин, торговый комплекс. Он как-то так расположен, что сюда мы, можно сказать, один раз как-то были, да? Очень. Это вообще, по-моему, когда павильон стоял. Да. Так. Едем прямо. Это улица Аблайхана. Карла Маркса. Ауэзова. Ой, Ауэзова. Господи, я уже запуталась. Ничего бывает. Колонка, вода еще бежит тоже. Здесь не проводили, наверное. И это улица у нас Боровская, да? Улица Боровская.